Этот год богат на события и даты, особенно много их в культурной сфере. Обращать на эти даты внимание – значит давать себе возможность вспомнить о своих корнях и почувствовать собственную принадлежность к богатой русской истории. Любители и знатоки поэзии собрались за круглым столом, чтобы побеседовать о Марине Цветаевой, ее жизни, творчестве и окружении. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения поэтессы. Ивановская областная научная библиотека проводит мероприятия, связанные с этими замечательными датами, и мыслит их как возможность актуализировать память о столь значимых именах, привлечь молодое поколение к поэзии, увидеть в далеком близкое и вновь подумать о Марине Цветаевой, великой поэтессе, легко. Марину Цветаеву называют гениальным явлением 20 века. Сила и легкость ее пера до сих пор привлекает исследователей. Она любимая поэтесса для многих. Ее творчество можно назвать даже более актуальным для настоящего времени, чем для недавнего прошлого. О Цветаевой можно говорить долго и много, и по-разному. Но вот для меня очень важен тот факт, что Цветаева так или иначе как-то генетически связана с нашим краем. Вот она говорила, что вот отсюда, а именно из Талиц, у нее все. И, в общем-то, ее сила, потрясающая сила жизни и трудолюбие. Отсюда все, хотя она здесь никогда не была. Поэт начинается там, где находятся его корни. Родословная Цветаевой тесно связана с Ивановской областью. И день рождения поэтессы здесь отмечают как юбилей близкого родственника. Тепло и искренне. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.